Физкульт, привет, друзья! Рад снова всех приветствовать на прямом эфире. У меня, как всегда, утренние солнечные ванны, бассейн. Давайте пообщаемся на интересующие вас темы, задавайте вопросы. И постараюсь по возможности грамотно и подробно на все ответить. Ну, по крайней мере, на все, что успею. Есть у меня минут 20, поэтому не стесняемся, пишем вопросы. Девчонки, все ли вы видели мое последнее видео? Вы меня постоянно просите уже давно сделать его. Вот я выпустил и статью, и видео специально для вас с силовыми нормативами, тестами, такими же, как и для мужчин, чтобы вы понимали, когда вы достигли определенного уровня в своем развитии, в силе, что можно уже будет переходить на периодизацию, на циклирование вашего тренировочного процесса. А вы знаете, что только так можно грамотно тренироваться, не вредя себе, получая от этого только здоровье. Все, кто не видел, бегом на мой канал Heavy Metal Gym и изучаем все. Итак, поехали. Вопросы. Егор, для набора массы девушки есть смысл считать калории? Какое лучше соотношение? Лучше всего, чтобы я не тратил здесь ваше время и свое, у меня есть статья «Как девушке набрать массы и стать сексуальнее». Заходите на мой сайт hmgym.ru, там есть ссылки на статьи, и по названию вы найдете данную статью. Изучите ее, пожалуйста, и отпишитесь мне ВКонтакте, в комментариях, или лучше на YouTube-канале. Кстати, есть и видео тоже с таким же названием. Жду от вас ваших рецензий. По вопросу питания и БЖУ. Я уже не раз рассказывал и говорил, как я считаю и как это все должно быть. Лучше всего, если вы, неважно на каком этапе вы находитесь, найдете свою нулевую точку, если можно так сказать. Это когда вы не набираете вес и не теряете вес. Для этого нужно следить, записывать за тем все, что вы едите, и следить за собой в течение 2 недель. Если нету набора, если нет сброса веса, значит, это и является ваша нулевая точка, именно по калориям. А соотношение белков, жиров и углеводов у меня тоже есть в статьях. На мой взгляд, лучше всего начать и придерживаться тех норм, которые рекомендует Минздрав, которые рекомендует Всемирная организация здравоохранения. Но смещать потихонечку акцент в сторону белков. Все-таки мы с вами тренируемся, строим мышечную массу. И немножечко понизить в углеводах. Но немножко, чтобы, к примеру, если нормы для нормального обычного человека, сейчас я вспомню, по-моему, 60-65% углеводов, а белки и жиры примерно пополам, то я бы рекомендовал углеводы опускать до 50 грамм, а жиры держать примерно на 30, вернее на 20, а белки на 30. Но потом, когда вы будете все больше и больше узнавать о здоровом, грамотном питании, необходимо будет, конечно же, корректировать все это под себя. Потому что, повторяю, что только питание является индивидуальным и совершенно по-разному воздействует на каждого человека. Что не скажешь о тренинге? Тренинг, друзья, чтобы нам не впаривала эта фитнес-бизнес-индустрия, этот выкидыш, к сожалению, современности, все это чушь.
и нелепости. И тренироваться можно и нужно всем нам примерно одинаково с точки зрения основных принципов построения тренировочного процесса. Вот это действительно очень и очень важный момент, на который я постоянно обращаю ваше внимание и надеюсь, что вы понимаете все эти нюансы, тонкости. Так что, друзья, изучаем. Заходим на мой сайт hmgym.ru, там очень много статей, видео, которые вам помогут и в питании, и в тренинге, и в вопросах восстановления. Когда лучше принимать ASAM? Не понял вопроса. Не понял вопроса. Так. Есть ли у вас тренировки с периодизацией для дома в закрытой группе? Друзья, если у вас есть спортинвентарь, то вы просто сможете подстраивать эти тренировки под себя. Самое главное в группе – это не сами упражнения, которые я даю, а именно построение периодизации, циклирование. Вы будете понимать, как грамотно циклировать от недели к неделе ваши нагрузки с точки зрения именно различных типов мышечных волокон – гликолитических, окислительных и промежуточных. И используя эти принципы, понимая их, вы сможете составить тренировку, в принципе, даже без инвентаря. Но это будет, конечно же, очень и очень сложно по сравнению с тем, кто ходит в тренажерные залы и тренируется в залах. Это нужно понимать. Как считать белки и где можно найти статью про содержание белков и углеводов в продуктах? Друзья, ну в интернете, по-моему, сейчас очень много информации на эту тему. И я думаю, что здесь сложно обмануться, какое количество белков, жиров, углеводов находится в каждом конкретном продукте. Но обращаю ваше внимание, что если вы будете обращать свое внимание только, извините за каламбур, на калораж, на калории, это тоже неправильно, потому что помните выражение «то, что мы едим, так мы и выглядим». Поэтому, друзья, нужно смотреть и на то, что мы едим. Не забывайте, что современный мир – это мир бизнеса, который плюет, друзья, совершенно на наше здоровье, на здоровье наших детей, абсолютно на все. Потому что такие продукты, как сухие завтраки, соки, преподносятся как полезные йогурты. На самом деле, именно эти продукты в первую очередь являются причиной современного ожирения всего населения мирового. Не жир и даже не трансжиры. Конечно, трансжиры вредны и сразу попадая в организм откладываются. Но именно сочетание быстрых вот этих углеводов, которые как инсулиновые пушки выстреливают сахаром в кровь на ряду с совместным употреблением трансжиров, превращают вот этих людей, вы, к сожалению, еще или к счастью, пока не видите, но в России тоже это начинает происходить с введением Макдональдса и других продуктов. Люди жиреют не то что не физиологически, если можно так сказать, люди превращаются в куски говна. Реально, извините за выражение, вы не видите, я смотрю на детей, которые приехали сюда с русскоговорящими родителями, неважно, там, украинцы, белорусы. И кто не следит за своими детьми, через 2 года дети превращаются уже вот в этих жировых уродов. По-другому не сказать. И я не представляю, как можно пихать своего ребенка картошкой фри, если он там просит, жалуется, давать ему там эту соду, ссылаясь на то, что иногда не вредно. Да просто лень. И не хочется объяснять вашему ребенку. Я через все это проходил сам в детстве. У меня были серьезные проблемы с гастритами. Я годами не ел мороженое, не ел всякой вредной пищи. Конечно, мне было тяжело, но мне родители, мне мама конкретно объясняла, почему, как и что. Я терпел, ничего страшного, не помер. Не забывайте, друзья, только вы ответственны за ваших детей. И они вам потом скажут спасибо,
либо не скажут. Запомните, что когда мы с вами находимся в детском возрасте, наши жировые клетки размножаются, если можно так сказать, увеличиваются, точнее, именно количеством. Поймите это, чем больше вы перекармливаете своего ребенка всякой дрянью, тем жирнее он становится и тем больше в нем жировых клеток, которые, один раз появившись, потом никуда, никогда не исчезают, никогда. Только липосакцией их можно оттуда выкачать. Но они могут усыхать. Вот когда мы уже становимся более-менее взрослыми, выходим из подросткового детского возраста, наши жировые клетки увеличиваются уже именно за счет размера. Но пока вы перекармливаете своих детей, вы превращаете их в фабрику по производству жира. И это сказывается на здоровье, абсолютно на всем, на эндокринном, на суставах, на внутренних органах. Не забывайте, что висцеральный жир, жир, который скапливается вокруг органов, он самый опасный и вредный, вреднее, чем подкожный жир. Так что, друзья, будьте внимательны, не идите на поводу у своих детей, не вливайте в них это говно сладкое под названием Кока-Кола, Пепси. И, конечно же, не травите их Макдональдсом. Я жил когда в России, почему-то Макдональдс воспринимается в России как какой-то ресторан все-таки, или что, ходят туда по выходным с детьми. Я вам серьезно говорю, живу уже 5-й год в Штатах, здесь только самая беднота и черные ходят есть в этот Макдональдс. Ни один здравомыслящий белый человек в Макдональдс не ходит. Конечно же, повторяюсь, если он здравомыслящий. Находятся, конечно, дурачки, но в основном это еда для бедных, для черных. Но, думаю, хватит. Ну, дома быстрее почти нереально натренировать, да? Друзья, конечно, почему вы хотите тренироваться дома? Если вы можете, как Дориан Яц, позволить себе иметь свой домашний тренажерный зал, это одно. А если вы хотите дома тренироваться, имея там 2-3 гантельки, одну гирьку, то, в принципе, это лучше, чем ничего не делать. Но забудьте о хороших качественных мышцах. Особенно, если это речь идет о девчонках, о ягодицах. Да, вы их укрепите, они станут более упругими, что тоже скажется на их внешнем виде при грамотном питании. Но нарастить, увеличить их как-то, изменить вы не сможете дома, не приседая с тяжелыми относительно для вас, для каждого, весами. Цена на закрытую группу все еще $160. Друзья, цена на закрытую группу $250 была всегда. Просто была акция на определенное количество людей по $160. Если вы сегодня, кто смотрит этот эфир, подадите заявку в группу и оплатите, то сделаем для вас исключение, оставим еще $160. Поверьте, это просто даром. Я понимаю, что для России это серьезные деньги сейчас, но эта цена очень и очень дешевая. Вы же не покупаете там месяц, два и даже не год тренинга. Вы оплачиваете пожизненное членство в группе. И уже через год-полтора вы настолько будете разбираться, понимать сам принцип построения тренировок, что вы, большинство из вас, уже в принципе отойдут даже от группы и будут самостоятельно строить свои тренировки, основываясь, конечно, на принципах периодизации. Главное, повторяюсь, понимать, как и что делать. Потому что не раз уже говорил, знания и понимание – это совершенно разные вещи. В орехах много жиров, не забываем. Да, друзья, с орехами нужно быть аккуратнее, есть их не очень много, но есть их нужно. Надо жрать и тренироваться. Ну, жрать никогда не надо, надо кушать и тренироваться. И, конечно же, восстанавливаться. Большой привет мне, спасибо и вам тоже всем большой привет. Здравствуйте, когда лучше принимать БЦА? И надо ли принимать их в выходные дни от тренировок? Друзья, БЦА. БЦА принимать нужно всегда. Сейчас немножечко затронем тему БЦАшек. Я знаю, что многие
Говорят, что БЦА не работают. Ну, просто, конечно же, так может говорить человек, только который когда-либо попробовал стероиды, почувствовал от них эффект, а потом говорит, что БЦА не работают. Задумайтесь об этом, о псевдонатуралах. Так вот, БЦА – это один из самых лучших сейчас продуктов на рынке спортивного питания. Не будем, конечно, затрагивать такие полезные для здоровья продукты, в первую очередь, как омега-3, коэнзим Q10, комплексные витамины. Нет, будем говорить сейчас с точки зрения именно удержания мышечной массы, построения мышечных волокон. Так вот, на первом месте БЦА. Ни протеин, ни креатин. Почему? Потому что клинически доказано, не нужно просить меня приводить исследования. Все, кто хочет какие-то исследования, псевдоисследования, на другие каналы. Для меня является практическая медицина самым лучшим доказательством. Не то, что где-то кто-то когда-то опубликовал какое-то исследование, которое через какое-то время будет опровергнуто другими исследованиями. Посмотрите об этом мою статью и видео, как я отношусь к исследованиям, особенно в спорте. И поймете, как я отношусь к людям, которые преподносят вам такую информацию, пожирая дошираки, говоря о том, что пить пиво не так вредно, говоря о том, что можно запивать еду. Ну, в общем, всякую чушь несут. Несмотря на то, что дают, конечно, очень много полезной информации. И что обидно, что люди эти грамотные и умные. Вот вам понятие знания и понимания. Так вот, к БЦАшкам. Лично я принимаю БЦА всегда, постоянно. Стараюсь вообще не пропускать. В дни тренинга я принимаю БЦАшки утром, вечером, до тренировки, после тренировки и во время тренировки. Я очень редко пью чистую воду во время тренировки. Обычно у меня это две бутылки. Одна с чистой водой, другая с БЦА. В бутылку с тренировочным напитком я добавляю еще Витарго немножко. И БЦАшек где-то 10-15 грамм. Во все другие приемы я пью БЦАшки где-то не больше 5 грамм за раз. Но обычно это происходит не так. Я заранее наливаю вот в такие пол-литровые бутылочки 5 грамм БЦА. Минимум 4 в день. Минимум. Почему? Потому что БЦА начинают хорошо себя проявлять именно от 20 грамм в день. Почему я сказал о клинической медицине и о исследованиях? Потому что, кто бы что там ни говорил, исследования – это полная чушь. Наш мир сейчас полностью проплачиваемый. Ну, просто смешно обращать внимание на какие-то исследования, которые, повторюсь, чуть ли не несколько раз за год опровергают сами себя. Причем не обязательно разные лаборатории, разные исследователи. Одни и те же группы могут вам в течение года выдать совершенно противоречащие предыдущим исследованиям информацию. Задумайтесь об этом. А вот то, что это научный медицинский факт, практическая медицина использует сейчас БЦА в борьбе с потерей веса и со смертностью. Да, друзья, я уже устал это говорить. Не верите? Погуглите, как говорится. После того, как БЦА стали использоваться для больных анорексией, у них снизилась резкая потеря веса. Но что самое главное, друзья, смертность снизилась. Понимаете? И вот это для меня самый большой фактор. И для вас тоже это должно быть самым большим показателем. Конечно, кто-то скажет, что я сравниваю, и говорил это уже не раз, спортсмена с анорексичкой. Конечно, друзья, сравнивать не нужно, но речь ведь идет всегда о том, что БЦА не работают. Если вы глупы, тупы, если вам не хватает роликов для того, чтобы они запустили ваши шарики, и чтобы вы задумались о том, что если бы БЦА не работала, то практическая медицина и особенно такие серьезные, граничащие между жизнью и смертью заболевания, как анорексия, никогда бы это не использовала. Они используют, потому что это помогает. Сейчас БЦА на уровне со стероидами используют также и для больных СПИДом, которые уже
серьезно болеют, которые теряют очень много. Вы знаете, кто заражен СПИДом на определенных стадиях этой болезни, теряет очень сильно мышечную массу, что тоже сказывается негативно на здоровье. Так что, друзья, БЦА – это суперпродукт, который нужно постоянно потреблять. Какие рекомендации я вам могу дать по поводу БЦА? Обязательно это должны быть аминокислоты в L-форме. Обязательно это должны быть сочетания 2-1-1. Да, я знаю и сам часто пью 8-1-1, 4-1-1, даже было 12-1-1. Но это нехорошо. Это маркетинговый ход. Это пытаются, опять-таки, зарабатывать на нас, увеличивать продажи. Самое лучшее сочетание БЦА, аминокислот, это 2-1-1. И еще очень важная рекомендация. Вы знаете, я постоянно говорю вам о том, что красители, различные усилители вкуса действительно очень вредны. И вот пить БЦА я ведь рекомендую постоянно в порошке, чтобы нас никто никогда не обманывал. А в капсулах зачастую и аминокислоты, обычные и в том числе БЦА, могут быть просто заменены обычным протеиновым порошком, что, как вы понимаете, не есть хорошо. Так вот, если вы хотите, как и я, принимать БЦА на постоянной основе, то я настоятельно рекомендую вам покупать порошок чистый, без красителей, без усилителей вкуса. Обязательно находите, такие есть. И они дешевле. Они не очень такие приятные, друзья, на вкус, но вы быстро к ним привыкнете и будете получать от них пользу. Запомните, 20 грамм в сутки обязательно в тренировочные дни можно повышать. И в нетренировочные дни, когда мы с вами восстанавливаемся, не забывайте, что мышцы-то растут, восстанавливаются не во время тренировки, а когда мы с вами отдыхаем. Помните об этом, помните о том, что не нужны нам никакие красители, никакие усилители вкуса. Это именно то, что сильно вредит нашему здоровью. А представьте, если мы постоянно, на постоянной основе, из месяца в месяц, из года в год накапливаем в себе различные токсины, которые будут вызываться именно потреблением красителей и усилением вкуса. Вот это уже нехорошо. Случаев не было, что от глютамина болел затылок. Друзья, нет, таких случаев я не встречал. Глютамин тоже очень хорошая аминокислота, и в первую очередь, как говорит большинство, она помогает, когда вы, когда большая эпидемия гриппа, там, различных вирусных заболеваний, именно как поддержка вашему иммунитету. Попробуйте и убедитесь сами. Твои упражнения для спины супер. У друга настановая спина щелкнула после занятий на поясницу. Через 2 дня снова в зал пошел. Технику изучать. Спасибо. На здоровье, друзья, все рекомендации, которые я вам давал по статье, которые рекомендуют различные упражнения, действительно работают, несмотря на то, что говорят большинство современных врачей. Кстати, в этом месяце выйдет моя новая статья в журнале «Железный мир». Не пропустите, это будет июльский номер. Я там привожу новые факты. И для всех, кого интересует эта тема, будет очень полезно почитать. Я рассказываю, почему врачи ошибаются, либо дают намеренно неправильную информацию. И, естественно, обосную, почему это неправильно и почему нам нужно с вами делать и экстензии, и гиперэкстензии, и почему нужно делать их, даже когда у вас обострение, и как это делать грамотно. Не пропустите. Я тренируюсь рано утром, в 7. Что кушать перед тренировкой и за сколько? За час? Смотря, что вы скушаете. Минимум, конечно, за час. Если вы выпиваете белково-углеводный коктейль, а лучше выпить просто комплексные протеины в таком случае, добавив туда, к примеру, овсянки, то это где-то 1,5 часа должно пройти. Час минимум. Поймите, когда пища не успеет еще перевариться в желудке, и вы пойдете тренироваться, вы сможете и блевануть, вас будет тошнить, вы не будете нормально тренироваться. Лучше всего съесть что-нибудь легкое, либо выпить как раз-таки комплексный протеин. И, к примеру, час
полтора – это нормальное время, потому что тренироваться с утра и так вредно, как только вы проснулись. Лучшее время, чтобы не навредить организму, это 3-4 часа должно пройти после пробуждения. Помните об этом тоже всегда. И, конечно, подстраивайте свои приемы пищи под ваш график. В России МакДак гордо, наверное, носит название ресторан, да. Да, но нужно быть совершенно безответственным человеком, чтобы ходить туда, и настолько тупым, чтобы водить туда своих детей, что у меня нет слов. Я готова вступить, но вот PayPal ограничен доступ, как можно проще это сделать. Напиши мне ВКонтакт. Я так понимаю, ты из Украины, да? И я тебе скажу, как можно перевести деньги. Как Burger King. Да, Burger King. Неважно, как это называется. KFC. Здесь сейчас в мире полно различных псевдоресторанов, продающих настоящее говно. Друзья, извините, что я так выражаюсь, но по-другому не сказать. Вы просто себе не представляете, насколько то, что нам там предлагают, отличается вообще не то, что там от еды, а вообще от нормального понимания того, что можно потреблять в пищу. Про вегетарианцев и силовые интересно послушать. Да, друзья, мне тоже было бы интересно, но я, как вы знаете, говорю в основном о том, через что прохожу сам. С точки зрения теории я, конечно, вам могу это рассказать, но это будет ничем, наверное, не будет отличаться от других блогеров, которые дают какие-то рекомендации. Что я могу сказать по вегетарианцам? Да, наверняка можно, но то, что вегетарианцы недополучают белок, это однозначно. Лично я своего ребенка никогда бы не посадил на вегетарианство. Никогда, если вы, конечно, хотите, чтобы он был здоровым. То, что там всякую чушь несут, это одно. Потому что аминокислоты, которые находятся в мясе, в говядине, вы не получите ниоткуда больше. Если вы вегетарианец, обязательно съедайте в день минимум одно авокадо, а лучше два. Будьте очень внимательны с вегетарианством, с голоданием. Это все настолько лезвие обудоострое, что сложно говорить об этом, давать какие-то рекомендации. Не хочу просто навредить никому. Так, да, друзья, всем, кому пора, до свидания, не переживайте, вы знаете, что все прямые эфиры я сохраняю и чуть позже выкладываю на своем YouTube-канале. Надеюсь, что вы все подписаны на него, не забывайте заходить, ставьте лайки, дизлайки, неважно, обязательно комментируйте. Мне не просто интересно читать ваше адекватное мнение, критику, но это помогает развиваться каналу. Попейте вместо креатина ессентуки 4, тоже воду задерживает и есть улучшение в силовых. Да, друзья, но не забывайте, что ессентуки это все-таки не столовая вода, а именно лечебная. И такие напитки должны приниматься по рекомендации врача. Егор, спасибо, с помощью тебя я познакомился с такой прикольной девушкой. Отлично, так сделай об этом видеоролик. Пришлите его мне на почту. Снимите с девушкой, как, что это было. Не только мне будет интересно, я выложу его на канале. Давайте, друзья, более как-то выводить на новый уровень, что ли, не только общение. Я хочу сделать канал действительно интерактивным, чтобы все видели, насколько полезны или не полезны те или иные рекомендации, как это все вам помогает. Вы видите, сейчас очень много людей приезжает ко мне сюда в гости, во Флориду, в Орландо. Я всех встречаю, бесплатно тренирую. Вот через пару дней приезжает еще одна девчонка. Но она, правда, живет тоже в Америке, но тем не менее. А в среду я иду на концерт «Металлики». Кстати, смотрите, я, может быть, включу прямой эфир, может быть, насладитесь тоже. Это будет огромнейший концерт на стадионе для американского футбола. Вы не представляете, это сродни, наверное, Колизею. У нас такое впечатление, специально сконструированы эти стадионы, что когда там идет звук, когда там болеют болельщики,
это не передавать словами, это Dolby Digital просто отдыхает, там такой заряд энергии, просто жесть. Так что, друзья, снимайте свои видеоролики на любую тему, спорта, питания, критикуйте мои взгляды, опровергайте их, либо подтверждайте. Я гарантирую, что все, что адекватно, без оскорблений меня или моих подписчиков, буду выкладывать у себя на канале. Я думаю, всем вам это будет интересно, и мне в первую очередь. Привет с Алматы. Всегда принимаете? Нет, коэнзим я принимаю не всегда, редко, потому что недавно всплыл такой факт, о котором я тоже говорил, что для людей, кто занимается тяжелым физическим трудом, либо тренируется очень тяжело, нельзя часто и много принимать коэнзим Q10. А вот для взрослых людей, если вы просто занимаетесь физкультурой, то можете смело как минимум месяц принимать, месяц не принимать. Начинайте, естественно, с самых маленьких дозировок. Вопрос по БЦА, я так понял. Девушкам тоже 20 грамм в день? Да, девчонки, если вы хотите получать хорошие, серьезные результаты, если у вас не сильно тонкий кошелек, принимайте 20 грамм в день, хуже вам не будет. Но, напоминаю, желательно, чтобы они были без красителей, без усилителей вкуса. Но меньше 10 грамм в день вообще нет смысла принимать. Привет, Егор. БЦА 40 грамм в день. В 3 приема. Нормально? Нет. Нужно будет принимать по 5 грамм за раз, если мы говорим об этом. А вне тренировок большую часть принимайте во время тренировки с вашей водой. Не стоит принимать за раз более 5 грамм БЦА, либо каких-то других аминокислот. Я не уверен, что это как-то ухудшит ваше... Слово-то вылетело уже из головы. В общем, усвоение, возможно, будет хуже, потому что есть факты, кое-какие медицинские, говорящие о том, что аминокислоты конкурируют в борьбе за усвояемость. Поэтому чем более мелкими дозами они будут поступать, но более часто, тем лучше для вас, сэкономите деньги, может быть, даже здоровье. Можете сказать рецепт коктейля перед тренировкой? Друзья, ну, я говорил уже не раз, вот непосредственно перед тренировкой, если это с точки зрения еды, питания, то я вообще не рекомендую пить ничего там. Креатин, конечно, можно будет выпить перед тренировкой, БЦА, аргинин. Но если мы говорим о белке, о углеводах, то это все равно должно быть, ну, как минимум за 40 минут до вашего тренинга. Организм должен получать все питательные вещества и иметь время на то, чтобы их освоить, усвоить, не перегружать ЖКТ. А когда мы тренируемся, и вы часто знаете, после серьезных тренировок заметили, что есть вообще не хочется, да? Иногда даже тяжело выпить посттренировочный коктейль. Ну что, друзья, на этом буду заканчивать. Извините, чьи вопросы я пропустил или не успел ответить. В следующий раз обязательно отвечу. Если ваш вопрос был очень важен для вас, оставьте его в комментариях под любым видео на моем канале, на YouTube-канале Heavy Metal Gym. Обязательно, обязательно пишите комментарии, критикуйте, либо хвалите, либо говорите о том, какие темы нужно поднять в следующих видеороликах, статьях. Это очень важно для меня, именно чтобы я понимал ваши нужды, что вам интересно, что вам не интересно. И запросов на ту или иную тему, которую больше, я, естественно, буду освещать в первую очередь. Спасибо всем, кто смотрит, кто следит за моей деятельностью. Скоро выходит моя книга на днях, пока она будет только в электронном виде. Ссылки, где ее можно будет заказать, я оставлю в одном из ближайших видеороликов. Друзья, кстати, если кто-то
как-то связан с какой-либо типографией, кто захочет опубликовать мою книгу в печатном варианте, давайте ссылки мне или давайте ссылки издателям, я с удовольствием посотрудничаю. Ну что, друзья, всем пока, увидимся в тренажерном зале. Сухой мышечной массы и силы без травм. Будьте здоровы! Вступаю в мою закрытую группу профессиональных тренировок. На каждую новую неделю я выкладываю тренинг, как раз таки рассчитанный на циклирование, периодизацию, на все типы мышечных волокон. И тебе не нужно тратить время, просто заходишь в начале недели, открываешь график, и на следующую неделю у тебя полностью целиком расписан тренинг, тренировки по дням, по упражнениям, по количеству подходов, повторений и все, что с этим связано. Заплатить за группу нужно, за вступление в группу. Но ты платишь всего один раз. В группе нас уже 140 человек. Нет ни одного недовольного. Так что делай свой выбор. Если есть время и желание развиваться, изучать все это, то все есть на моем сайте. Если нет, то просто вступай в мою закрытую группу. Увидимся, друзья, как всегда, в тренажерном зале. Не забывайте поделиться данным роликом со своими друзьями. Всем пока! Сухой мышечной массы и силы без травм.